Привет, народ! Мы продолжаем играть в Лего Гарри Поттера. Что же у нас дальше? Дальше у нас стрелочка. Ну, со стрелочкой все понятно. Да, ребят, да? Все понятно со стрелочкой? Как видите, обещание выполним, ребят. Серия выходит не через год. Я думаю, сумочка... Да, нам нужна сумочка, Гермион. Почему же палатка переместилась... Хотя, да, это такой вопрос. Потому что это палатка. Не знаю, честно, куда я хочу эту штуку дотащить. Извините. Кашель. Как я лечусь? Никак. Или нет, я лечусь, но... Как надо лечусь. Я просто очень плохо представляю, что делать с этой штукой, честно говоря. Даже лианы расступились. Вот так вот все просто. Да, ребят? Да, да, все так просто. Ой-ой, злые ребята. Я так сказал, злые ребята, как будто я в пятом классе, и на меня старшеклассники напали. Хотя, так это и выглядят. Почему? Эй, постой, а какого черта Гарри оглушили? Она его не оглушила, она превратила его в Кубомена. Ну, я не знаю просто, как его назвать, еще что-то Кубомен. Не троните Гермиону, единственного умного человека в этой группе. Я в фильме помню, по-моему, Гарри дико распухал. И его не могли никак признать. О, полумные ее... полумные друзья. Да, а, постойте, нет? Я думал, это будет Поттер. Зачем же забираете крысоголова? Большая камера. Это что за элитные апартаменты? Я тоже пожил в такой большой. Хотя это камера в любом случае. Лучше в маленьком, но домике, чем в большой камере. У кого-то здесь есть палочка? Тут есть очки. Да, палочка у нас отнята. Если что. Все, что мы можем, это делать I'm rolling, rolling, rolling. Вот, можем катиться. Это мы можем, кататься мы можем. Постой, у нас есть, да, сова, сова, точно. Боевая сова. Не знаю, что это нам даст, но... Боевая сова. Цветочки, вот куда их только деть теперь? А вы драться не можете, нет? Вы не можете пнуть что-нибудь? Ну, просто я подумал, мало ли. Собирать мы тоже не умеем. Не умеем, так сказать, и не моем. У меня тут вопрос в том, что у меня цветы, куда их девать? Что-то я правда без понятия. Мне паукам цветы вряд ли интересны. Может быть, их надо посадить? Пока цветы бесполезные. Левандер, полумная. Правда, не знаю, что эта штука дает. По-моему, она должна светить, конечно, но...
Она не светит. А, вот оно. Левандер. Так, хорошо, что-то у нас есть. Конечно же, это никак нам не помогает, но все-таки. А свет нет? Здесь он не работает. Что еще можем разогнать? Вроде ничего. Должен же быть выход из этой камеры. Ну, тут вина нам себе не налить. Оп, это же что-то. Такой соблазнительный шум кубиков, но при этом мы ничего не можем сделать. Как же печально. А, постойте-ка, я знаю. Рональд! Макдональд, иди сюда. Макдональд, тащи свет. Сюда, может быть, на светильник. Нет? У меня что-то появился план два вот этих света на светильник перетащить. Видимо, он был не совсем правильный. Я узнал здесь о нескольких тайнах, ребята. Полуна у нас, оказывается, умеет строить. Да, можем крушить бочки. У меня не получалось. Что же, теперь... Полуна-строитель! Все построит! Хорошо, давай построим все. О, ой-ой-ой-ой-ой. Шелоп, иди обратно в Властелин колец, не надо. А, хотя нет, смотрите, все не так плохо. 19 есть паучок. Я просто, зачем мне паучок, цветы и еще что-то? И за что это ключ? А это мороженое. Мне кажется, вопрос сейчас в большей степени в том, а чего мы добиваемся. Я, честно говоря, не уверен. Черная магия. Ключ с камеры нам не открыть. Вот таким образом. Или ключ камеры. Камеру. Кинокамеру. Может быть, все нужно складывать в этот сундук? А, вряд ли. Ребят, самое время одеть полоумные очки. Чего они полоумные? Ну, не знаю, потому что полоумные, по-моему, первые придумал. Да, точно, вот, мы теперь видим кубики. Я должен построить сундук, а ключик у нас уже, так сказать, имеется. Давай, проткни этот сундук. Еще строительство. Может быть, им нужно делать просто игры про строителей. Так, а теперь все, что мы с вами находили, все эти мороженые, цветы и паука имеют смысл. Что, я не буду пить коктейль из мороженого, цветка и паука. Вы меня не заставите. Нет, пить я такое не буду. Я вот кофе я хочу, потому что мне просто Лиза подарила офигенный кофе, о котором я говорю о нем все время, офигенный кофе. Кстати, видел в магазине, там еще подарочный был набор с конфетками. Я бы очень хотел такой. Это Парселтанг, Поттер. Магия не поможет тебе. Я не помню, как там было в той части, в тайной комнате. О, зеркало.
Постойте, это... Это как? Это кто? Это Дамблдор? Ой, Тоби приехал. Она... Алло, а мы... Не убивай меня, насильник! Ой-ой, и меня тут! Палочки есть. Теперь можно поколдовать. А, да, то, что дуэль. Мы еще с ними не соревнуемся, так сказать. Сейчас зайдем в дуэльную зону и начнется махач, ребят. Так-то и называли 90-е. Давайте. С тобой все понятно? Я помню, нужно использовать то же заклинание, что и оппонент. Тут дуэль 2 на 2, ребята, но вернее 4 на 4, вернее, да, 2 на 2 на самом деле. Потому что вот так не получилось. Ай, Гарри, борись! Борись против злой колдуньи. Кстати, она не такая уж и противная, наверное. Надо сейчас смотреть на мигающий кружок, как можно атаковать еще до того, как нас противим. А, нам только с одним сражаться, офигеть. Был бы логичнее, если бы я дрался с Малфоем, но... Блин, сейчас поливаю его водой, я его не поливаю тебя, давай. Она колдовала пол деревяшек, чтобы пройти ему. Будем ловить предмет, который она кидает, скорее всего. Ай, не получилось. Что-то меня совсем не уходит, да, это как кажется. А, не успеваю. Тут нужно вдвоем. Вдвоем было бы так просто. Вот, готов. Теперь давайте Малфой. Я сильнее тебя, мол... Да, Гарри рулит. Гарри рулит. Чай, Малфой. Да, да. Ребята, это закон. Винда, не сдавай под плохих. Мне не нравится, когда ты слышишь такие звуки. И на Windows создаются очень такие пугающие звуки. Уведомления, которые могут говорить просто о чем угодно, поэтому... Они вызывают у меня лютый страх и ужас. У вас такое буря, что спугает ваши винда? Меня постоянно. Я думаю, это о чем-то говорит. Обо мне как о человеке. Рон! Ты встал, стал у меня на пути, поэтому получил... Получил... Тумаков. А вы как думаете? А только последний тут можно не забросить. До этого нельзя. Магические кубы. О, теперь еще ближе к ней. Там еще крутящаяся статуя. Какой сеттинг попал и...
А мне как отвечать на такое? Что-то не получилось схватить. Давай, статы. Статы это просто отлично. Обожаю большие предметы бросать врагов. Что-то не получилось. И временами просто не захватывается предмет. Что странно. Опять вот просто нет. Просто невозможно ухватить. Не знаю, в чем проблема. Еще раз. Нет, просто он игра не захватывает его. Не знаю, не могу, просто не могу. Даже если вот держать палочку наведенной, только сбить можно. Пожалуйста, игра, ну дай, дай ухватить предмет. Просто не дай. Давайте за рон попробуем. Ноль разницы. Дальше пытаемся. Я не знаю почему, но я не могу схватить предмет, летающий в воздухе. Вот я и понимаю, как это нужно сделать, но... Можно я просто включу в тебя заклинание? Оп, почему-то сейчас сработало. Помнишь, что-то подобное было с троллем в ванной, только там сработало. Опять? О, наконец-то, дуэль, дуэль, дуэль. Рону предстоит немножко посражаться там. Немножко не успел. Эй, тебе давай. А как это произошло? Я же как бы... Флаг носка, это забавно. По-моему, это вообще был конец первых даров смерти. Потому что дары смерти часть первая. И есть дары смерти часть вторая. По-моему, это конец первых даров смерти. Или я ошибаюсь? По-моему, я не ошибаюсь, ребята. Ну, а сейчас завершить сюжетную часть. Пожалуй, да. Но продолжим мы в следующей части, ребят. Спасибо вам за просмотр. Можете ставить лайки и подписываться на канал. И смотреть предыдущие серии по ссылкам. По ссылкам в описании. Там еще есть ссылки на мой сайт. Там много всего интересного. Так что заходите, ребят, заходите. И пока, ребят. Пока. До следующей серии.